Вот так, оказывается, наши земляки начинают свое утро. Вот с таких потягушечек. Надо было нам тоже засветиться в этом сюжете, чтобы показать, как мы тянемся. Да мы можем сейчас засветиться. Кстати, 7 августа отмечают свой праздник холостяки. Это сегодня? Это сегодня, интересно, чем отмечают? Пельменями? Ну, это принято так считать, что холостяки обычно питаются пельменями или там какими-то быстро растворимыми продуктами. Вот как раз о холостяках мы сегодня и поговорим с нашей гостьей Анной Сергиенко, психологом. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для нас стало откровением, что, оказывается, и День холостяков тоже есть такой праздник. А неужели холостяки так гордятся своим статусом или все-таки они вот желают побыстрее от него избавиться? Нет, они не желают от него избавиться. Абсолютно. Знаете, среди мужчин, мужчины, которые женаты, они говорят про холостяков так. Холостяк – это мужчина, который удачно не женился. То есть женатые завидуют холостякам? Да. Ну, первостепенно. Потом они все-таки... Есть люди, которые... Вот именно холостяк, это распределяется несколько видов, да? Так. Есть холостяки, которые, начиная с лет 12-13, когда происходит созревание, они ищут идеальную женщину. И в поисках всей жизни. То есть они ищут, ищут, ищут. Потому что для них идеальная женщина просто не должно быть никаким. Ну вот. Но стереотип сложился. Но это образ матери, вы к этому, наверное, подводите, нет, или нет? Нет, нет, нет. Второй тип – это мужчина, который холостяк, у которого несчастная любовь произошла в раннем детстве, в юношестве. Разбили сердце. Да, и вот он потом… И он принципиально не женится. Да. Еще вид холостяков существует такой – Дон Жуан, который… Ну, любит. Здесь все понятно. Да, можно не комментировать, да? И холостяки, которые не любят женщин. Они общительные, они милые, они как бы располагают к себе все. Но как только женщина намекает на какие-то серьезные отношения длительные, тут же холостяк сразу ставит запрет. Интересно, так, подождите, вот сейчас какая-то дискриминация происходит. Все про мужчин. А женщины-холостяки бывают? Холостячки тогда. Холостячки. Холостячки. Ну да, у нас же говорят же, муж же не виснется, да, на женщин. Бывают, которые также неудачно вышли замуж, или мужчина бросил, они потом их ненавидят, и они оставшуюся всю жизнь, как есть... И женщины тоже на несколько типов подразделяются? Те, кто не замужем? Ну, женщины нет. Более они... Женщины и женщины, которые... Ну, обычно у женщин все-таки обида на мужчин, поэтому они... Вот такого, чтобы, как говорят, женщина, которая бизнес-леди, да, как в любой женщине... Ну, мы... Склон. Нам хочется нежности, тепла, мужчину рядом все равно более распространено. А мужчина, вот, кстати, про то, что вы сказали про еду, про пельмешки, да, в начале, холостяки обычно очень вкусно готовят. То есть первый признак – это педантность, аккуратность холостяка, да? Вот, есть, значит, вот, как, да. Да? Значит, это неправильный совет, что холостяка нужно искать в отделе супермаркета, где всякие полуфабрикаты находятся. Нет, нет, не там. Ну и, наверное, стереотип тоже – разбросанные носки, я тоже… Да, это живу, больше, что... знаете, мужчины, которые, допустим, разведен, мужчины, которые там, ну, вдовец, еще что-то, да, вот, которые от отношений отошли, вот они, да, они там доширак у нас, пельмешки, вот это все, носки разбросаны, а холостяки, они обычно очень такие… разборчивые. А можно нескромный вопрос? Вы замужем? Да. А то есть вот вы своего мужа отпустите в компанию холостяков время провести? Я да. Не боитесь? Нет. Абсолютно. Можно не бояться этого? Ну, если супруга психолог, она же, наверное, выведет потом на чистую воду, если вдруг что. Здесь уже не обманешь. А вот от долгой жизни такой в одиночестве как-то меняется психология человека? Ну, помимо педантичности. Есть какие-то негативные, может быть, стороны? Знаете, это зависит... Есть. Есть и негативные, есть и положительные. То есть в любой ситуации. Да, мне часто задают вопрос девушке, а стоит ли связываться с холостяком? То есть вот влюбилась. Ну, по знакомой ситуации, да, бывает же вот раз и все. И странный вопрос. А с кем тогда связываться? С женатыми? Нет, нет, нет. Есть, вот я говорю, есть мужчины просто одинокие, которые ищут спутницу жизни, которые готовы, хотят семейным. А есть холостяк, который вот он вечер, два, да, ему нравится его жизнь. И когда все-таки женщине удается связать, я на самом деле говорю, рисковать всегда стоит, но я не советую с холостяками, честно скажу, потому что это настолько уже сложившийся образ жизни у них, и им очень сложно их стереотипы поломать. Это вообще будет человека, зря потраченное время. Да, даже. Вообще человека сложно, да, как бы мы, но все вот знаем. Лайфхак нашим телезрительницам, как можно с одного взгляда понять, что вот это тот самый холостяк, с которым связываться не стоит? Он идеален. Вот он приходит в компанию, честно скажу. Провокация на провокации. А куда же нам деваться, которые уже жены? Нет, ну про вас вообще речь. Я вообще, наверное, могу выйти и прогуляться, пока девушки о своем. Хорошо, а мужчине как найти идеальную женщину? Вот как этих холостячек-то всех на чистую воду вывести? Ой, сложный вопрос. Ну они тоже по каким-то типам ведь распределяются. Женщины? Да.
Ну, распределяются, но я еще раз повторюсь, женщинам все гораздо проще. Мы, вот если одинокий мужчина идеален, да, то одинокая женщина, она все-таки вообще не идеальна. Она всегда хочет замуж. Она голодная и хочет замуж. Всегда. То есть в плане чувств, эмоций, в основном всегда. В любом случае, как бы женщина не отрицала, что нет, и мне хорошо одно, и мне хочется, в любом случае, я знаю очень много женщин, которые долгие годы живут одни, и они всегда говорят, мне хорошо, мне уютно, но я знаю, что... Это все не так. Да. Но вот если все-таки встретились два одиночества, вот, но удалось как-то захомутать холостяка, как его потом удержать дамам? Это работа всей жизни, честно скажу. Это надо все время быть в тонусе. Вообще женщина должна всегда быть в тонусе. Ну, в принципе, как и мужчина, да? То есть работать должно оба над отношениями. Но холостяк, который вот именно такой заядлый холостяк, и вам все-таки удалось его захомутать, как говорится, то вам нужно будет все время эту лямку, как говорится, держать, поддерживать. То есть не дай бог там мятый какой-то халатик, не дай бог там что-то. Не дай бог прядь выбилась. Да, то есть для него очень важно, чтобы вы были идеальны. То есть похвала друзей холостяков таких же, да, мамы обязательно. Греет есть... самооценку. Да. В общем, нужно 100 раз подумать, а стоит ли такого стоит, холостяка. Да. И пусть он дальше радует других женщин на вечер, на два, и радуется жизни в одиночестве своей. Ну вот, мне кажется, все мы разъяснили нашим телезрителям. Теперь отправляйтесь искать свою вторую половину. Если повезет, это будет не холостяк. Холостяки сегодня празднуют свой праздник, а мы благодарим Анну Сергеенко, психолога, за то, что она все по полочкам нам разложила. Да, спасибо большое за подробную инструкцию для наших телезрительниц. Но, кстати говоря, холостяки, люди сегодня отпразднуют свой день, а вот животные бывают неразлучными, и для них, наверное, совершенно не важно, холостяк, не холостяк, идеально или нет. У них, наверное, какое-то свое видение, чуйка так называемая. Главное, да? Чтобы рядом был хозяин, к которому можно прийти, просто уткнуться носом и вот так мордочкой полежать. Сегодня про такую неразлучную парочку мы вам и расскажем в рубрике «Мы в ответе за тех, кого приручили». Может быть, именно эти собаки потом и станут вашими самыми надежными друзьями и помощниками.